Представляю вам наступного спікера. Це мій колега Михайло Орленко. Тема його доповіді – ключові зміни в нормативній базі України. Як нові вимоги та виклики чекають, які нові вимоги та виклики чекають виробників вікон та дверей у 2023 році? Будь ласка, пане Михайло, розпочинайте. Спасибо. Спасибо, Сереж, за представлення. І дійсно, після такой подробной презентации профессора Петера Ласса, директора ИФТ Розенхайм, мы все прекрасно понимаем, что рынки Украины и Европейского Союза, они сближаются. И нормативные требования, они тоже сближаются. Про это как раз профессор Петер Ласс рассказывал. Нас ждут очень большие изменения, когда заработает полноценно 305-й регламент в 2023 году. У нас есть еще чуть менее года для того, чтобы всем производителям подготовиться, подготовить протоколы первичных испытаний, построить систему качества на своем производстве. Но свое выступление я хотел бы построить и рассказать вам про те нормативы, которые нас ждут уже в 2022 году, то есть уже в этом году. Да, потому что сегодня было очень достаточно много у нас дискуссий на круглом столе, и поднимался в том числе вопрос по 31-му ДБН, что украинские производители профильных систем не готовы к нему. Но у меня возник такой немой вопрос. Этот ДБН разрабатывался 1,5 года. Он прошел первую редакцию, вторую редакцию, потом вот финальную редакцию, 1,5 года. И если украинским производителям не хватило 1,5 года для того, чтобы настроиться на то, чтобы принять какие-то управленческие решения, то возникает у меня вопрос, ребята, а что вы делали все эти 1,5 года? Но это такое лирическое отступление, но давайте разберемся все-таки, какие основные нововведения нас ждут после принятия этого 31-го ДБН в 2022 году. И начать я хотел бы фактически с первой страницы этого ДБН, в которых есть нормативные послания. То есть это послания на стандарты. И здесь на этом слайде вы видите стандарты, которые касаются именно нашей отрасли. Но важный момент, что согласно закону Украины про строительные нормы, если в ДБН есть послание на стандарты, то эти стандарты становятся обязательными к применению. И вот этот вот перечень стандартов, который вы сейчас видите на слайде, сфотографируйте его, отметьте, то есть эти стандарты являются обязательными уже к применению на нашем рынке. Хотел бы обратить ваше внимание на стандарте 8902. Это стандарт про энергетическую маркировку светлопрозрачных конструкций. И хотим мы этого или не хотим, но эту маркировку, если этот ДБН будет принят в том стандарте, который есть, то мы должны будем его наносить. Хотя здесь есть в том числе и противоречие с 305-м регламентом, который по факту запрещает любую другую маркировку, кроме CE-маркировки на оконной конструкции. Но такое вот национальное нововведение – вполне возможно, нас будет ждать в 2022 году. Двигаемся дальше. То есть терминология. Это тоже достаточно важный момент, потому что с терминологией у нас начинается фактически все. Мы должны понимать, что такое окно. Не в плане как специалисты, что это окно, а как именно это окно описано с точки зрения термина. Потому что именно от этого уже, если дело дойдет до судебных разбирательств, именно этими терминами будут использовать юристы.
И в этом DBN у нас есть два термина. Это по внешним дверям, то есть это DBN определяет, что такое внешние двери. И также этот DBN четко определяет, что такое светлопрозрачные ограждающие конструкции. Хочу сказать, что технический комитет 300 сейчас разрабатывает, уже на финише находится принятие отдельного целого стандарта именно по терминологии. То есть это тоже европейский стандарт, и он охватывает фактически все термины и терминологию нашей отрасли. Я называю это фактически азбука, это с чего вообще должно начаться нормирование нашей отрасли. То есть с того, чтобы мы начали с вами общаться на одном языке. А чтобы мы начали общаться с вами на одном языке, мы должны понимать, что эти термины, что не должно быть двоетолкования этих терминов. И поэтому очень важен тот стандарт, который тоже, я надеюсь, в 2022 году по терминологии будет принят. Двигаемся дальше. Ту таблицу, про которую вы уже наверняка много слышали, и сегодня в том числе поднимался вопрос, это таблица по минимально допустимым значениям сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Как видим, в пункте 5 у нас поднят это значение. Для первой климатической зоны сейчас у нас действует требование 0,75, оно поднимается до 0,9. Для второй климатической зоны у нас действует на данный момент требование 0,6, оно поднимается до 0,7. С моей точки зрения, это достаточно правильное решение. Все мы прекрасно понимаем, что даже те конструкции, которые сейчас в массовой находятся в производстве, они часто не дотягивают до тех же 0,75. Но поднятие этого показателя до 0,9, кстати, я хочу сказать, что 0,9 был, это тоже вопрос сегодня звучал в нашей аудитории. 0,9 сейчас этот показатель находится в Польше. То есть у них обратное, то есть 1,1 показатель у Windows. Но по сути дела это наши 0,9. Поэтому мы догоняем нашего соседа в Польше по тем показателям теплопередачи, которые есть. И это на самом-то деле неплохо. Я живу и работаю в Украине, я отдаю себе отчет в том, что чудо не произойдет после принятия этого ДБН, и не все производители будут выполнять эти требования, но могу с уверенностью сказать о том, что если не будет у этих производителей 0,9, но у них будет 0,75-0,8. И это уже все равно хороший шаг с точки зрения того, что более тонкие системы, более холодные системы начнут исчезать с нашего рынка. Но это вопрос в следующем, как нам выйти на эти показатели 0,9. Я сделал пару стандартных расчетов, сейчас вам их презентую. То есть я взял пятикамерную систему с показателем U-Frame 1,3. По сути дела, все пятикамерные системы с монтажной шириной 70 мм, которые имеют двухконтурную систему уплотнения, имеют показатель U-Frame 1,3, если там не замешана химия. Взяли стеклопакет, тоже достаточно уже распространенный у нас, 40-й стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами с заполнением аргоном. Показатель UG07. Сегодня, кстати, тоже этот вопрос был задан Катажине Ковальской из компании Glastrosh. И взяли теплую дистанцию TGIS PACER-M с показателем PSI 0038. Напомню, для алюминиевой дистанции этот показатель составляет 0,08, то есть 0,08. Тут 0,038. И что мы имеем, что мы считали? Я прочитал окно, которая постепенно тоже уходит в прошлое, но которая была массово у нас использована там в прошлые года, то есть 1200 на 1400. Это окно, скажем так, не совсем удобное для расчета, потому что оно имеет показатели, исходя из того, что имеет глухую часть, имеет поворотно-откидную часть, имеет много отделений, сама конструкция небольшая, то есть с точки зрения расчета теплотехнических показателей, это окно
скажем, менее хорошее, чем если бы оно было глухое 1200 на 1400 с точки зрения теплотехники. Что по итогу мы имеем? Мы имеем показатель 0,91. То есть мы спокойно выходим на показатель 0,9, если мы в наших 70-х системах будем использовать теплые дистанции. Да, если здесь окно уже будет, условно говоря, 1100 на 1300, скорее всего, он будет уже 0,89. Но в целом, как я сказал, я живу в Украине и понимаю, что это не совсем будет критично. Поэтому пункт номер один, что если мы хотим выйти на показатель 0,9, в 80% случаев достаточно использовать 70-е системы с теплой дистанцией. Если мы не хотим использовать теплые дистанции, если мы хотим использовать алюминиевую дистанцию, то тоже есть вариант решения. На рынке также присутствуют уже 76-е системы с трехконтурным уплотнением. В данном случае я взял для расчета систему Века Softline 76 с трехконтурным уплотнением. И как мы видим, здесь показатель у фрейма уже 1,1. Напомню, в пятикамерной системе показатель был 1,3. И здесь уже использовали алюминиевую дистанцию. Что мы имеем в расчетах? То же самое окно. Опять 0,91. То есть, по сути дела, для рынка сейчас есть возможность, как достичь показатель 0,9. Фактически два пути. Первый – мы используем 70-е системы и теплую дистанцию, и в 80% случаев у вас эти конструкции будут соответствовать ДБНу. Второй случай – мы используем чуть более широкую систему, 76-ю с трехконтурным уплотнением и алюминиевую дистанцию. И тот же самый результат – в 80% случаев мы достигнем показатель по теплоизоляции 0,91. Двигаемся дальше. На самом-то деле… Это не все еще. Есть пункт 5.2.2, который позволяет при комплексной термомодернизации, допустим, если это делает фонд энергоэффективности, который разрабатывает проектную документацию. В принципе, это и прописано и в ДБН, если мы вспомним про новое строительство. Что тогда у нас на первое место выходит экономический фактор. Насколько экономично целесообразно использовать окно с показателем 0,9, если, допустим, можно утеплить дом с толщиной минеральной ваты не 150, а 200. То есть здесь уже и этот пункт в ДБН позволяет проектантам использовать ту таблицу с показателем 0,75, то есть с дисконтом 25%, но при двух условиях. Первое – это должна быть комплексная термомодернизация и должна быть подготовлена, соответственно, проектная документация, которая должна пройти экспертизу. А второй момент – это то, что по показателям всего строения вы должны выйти на те показатели, которые требуют от вас тот же, допустим, фонд энергоэффективности. Следующее нововведение, которое нас ждет в 2022 году, это температура. На самом-то деле я считаю, что вот следующие пару слайдов они будут более важны и критичны для наших производителей, чем показатель 0,9, про который нам уже очень много прожужжали уши. Как мы видим здесь, минимально допустимое значение температуры в углах наших откосов и дверных проемов не должно быть менее точки росы. Это достаточно важный момент. То есть, грубо говоря, простым языком постараюсь перефразировать это, что если у вашего клиента начинается грибок на откосах, то значит вы не соблюли вот этот вот пункт 5.5.1. Потому что у вас температура на откосе ниже точки росы. Имеем влагу на откосе, имеем впоследствии грибок. Следующий пункт, который тоже не менее важный, это минимально допустимое значение температуры на внутренней поверхности светлопрозрачных конструкций. Напомню, что в текущей редакции у нас допускалась температура в 6 градусов на непрозрачной части
и в зоне дистанционных рамок. В данном случае требования эти повышаются, и точно так же эта температура не должна быть ниже точки РСИ. Опять-таки же попытаюсь простым языком объяснить, что этот пункт требует, что если у клиента вашего, после того, как этот ДБН заработает, в зоне дистанционной рамки возникла РСА, то это будет нарушение этого пункта 5.5.2. То есть у вас не должно быть точки РСИ при соблюдении чего, возникает вопрос. При соблюдении определенных значений температуры, которые у нас точно так же прописаны в этом ДБН. То есть эти расчетные температуры, которые мы должны будем, да, прежде чем продать конструкцию нашему клиенту, сделать математическое моделирование температурных полей. И для первой климатической зоны мы берем внешнюю температуру минус 22 градуса, для второй минус 19. Это температура наиболее холодной пятидневки. А внутреннюю температуру мы для жилых помещений берем 20 градусов и относительную влажность 55% относительной влажности. Вот три фактически составляющие, которые нам достаточно легко позволяют дальше вычислить температуру точки РСИ. Как мы видим в этой таблице, при 20 градусах температуры и 50% влажности точка РСИ составляет 10,7 градусов. То есть это фактически 11 градусов изотерма. Вот мы должны при продаже отслеживать, чтобы у нас 11 изотерма не вышла нигде в зоне конструкции, не вышла на внешние краи конструкции и, не дай бог, не вышла в зону откоса. В последнем номере журнала «Оконные технологии» мы авторским коллективом проводили такие температурное моделирование. И здесь уже как бы вот один из примеров этого температурного моделирования. Но прошу всех обращать внимание, что здесь это по европейским требованиям. И мы здесь видим две изотермы с температурой 9,6 и 12,6 градусов. То есть в Европейском Союзе есть небольшое отличие от нас. Там при расчете используется относительная влажность 50% влажности. У нас 55%. То есть у нас чуть-чуть более жесткие требования, чем в Европейском Союзе. И последний пункт, про который я уже несколько раз упоминал, это то, что требования, которые были озвучены ранее, да, мы должны подтверждать, вот здесь указано, либо с помощью расчетных методов, с помощью указанных выше стандартов, либо методами математического моделирования или результатами тестирования. Двигаемся дальше. Это все, что я вам хотел рассказать по 31-му ДБН и что нас ждет. Теперь какие стандарты нас ждут. То есть ДСТУ, мы поговорили с вами про 31-й ДБН, теперь мы с вами поговорим про державные стандарты Украины. Я здесь привел статистику, сколько было принято в 2021 году в Европейском Союзе, Европейским комитетом по стандартизации стандартов, касающихся нашей сферы. Как мы видим, в 2021 году в Европе было принято целых 25 стандартов. 17 стандартов принял 33-й комитет, 7 стандартов 129-й и 249-й принял один стандарт. Какая же ситуация у нас? У нас за 2021 год было принято 18 стандартов. Какой вывод у нас напрашивается? На самом-то деле нужно понимать, что наша нормативная база и так отстает от европейской. То есть нам нужно их догонять, максимальное количество европейских стандартов принимать. Но если мы с вами видим в Европе 25 стандартов в 2021 году, у нас 18. То есть мы не догоняем даже Европу, мы отстаем. И это вот тот вопрос, который отрасли нужно подумать и решать. Почему этот вопрос важен? Многие могут отмахнуться. Но на самом-то деле сейчас, после того момента, когда Украина подписала ассоциацию с Европейским Союзом, следующий
пункт после безвиза, который мы все с вами получили, это так называемый промышленный безвиз. То есть это соглашение АК, это когда наши производители могут использовать наши лаборатории, и результаты наших лабораторий будут признаны в Европе. Но вот для того, чтобы мы подошли к подписанию промышленного безвиза, мы должны сделать нашу домашнюю работу. А домашняя работа наша заключается в том, чтобы наша нормативная база Украины и Европейского Союза, они были максимально идентичны. Но пока, как вы видите, да, то есть мы двигаемся не с той скоростью, с которой должны. Но все же, да, что это за 18 стандартов? Два стандарта, которые начали действовать с лета 2021 года, они касаются больше окон из дерева. Следующие 13 стандартов, они как раз начали действовать с 1 января 2022 года. И важный момент, что они приняты методом подтверждения, то есть на языке оригинала, то есть это английский язык. Это вторая проблема, с которой мы с вами все столкнемся. И следующий блок стандартов, который будет действовать с августа месяца 2022 года, это стандарты, уже три стандарта, которые у нас приняты и утверждены, но действовать начнут с середины 2022 года, и они уже у нас приняты методом перевода. На самом-то деле, как мы видим, уже последний слайд, я уже заканчиваю, думаю, многие устали. Четыре стандарта, которые были отменены в связи с тем, что три стандарта по этим методам испытания будут действовать. И напоследок хотел бы сказать следующее, что хотим мы этого или не хотим, но двигаться нам нужно в сторону Европейского Союза. И как мы будем двигаться и как быстро мы туда войдем, прежде всего зависит от самих нас. Как мы видим, многие вопросы можно решать уже, но в каких-то моментах они решаются не так, как бы нам хотелось. В принципе, у меня все, готов ответить на ваши вопросы. Дякую, Михайло, за цікаву доповідь. У мене одне єдине питання, тема досить складна, але питання є. Яку ви конкретно пропонуєте дорожню карту або степ-бай-степ рухи у бік досягнення цих конкретних цілей? Стосовно віконних кампаній, стосовно нормотворчества і так далі. На самом-то деле карта достаточно простая. Достаточно посмотреть на соседние отрасли. Допустим, возьмем как пример ассоциацию кабельщиков, производителей кабеля. Это компания, которая сейчас, это ассоциация и фактически вся отрасль, которая сейчас находится на первом месте по достижению того и подписанию вот этого вот промышленного безвиза. Что они сделали, какую домашнюю работу они сделали? То есть пункт номер один, они приняли все европейские стандарты. Причем они пошли по пути того, что они приняли все европейские стандарты максимально быстро, путем методом подтверждения, то есть без перевода. Это не требует больших финансовых ресурсов. Достаточно на самом-то деле создать эту базу стандартов и максимально быстро ее принять. То есть если мы говорим про оконную сферу, ну, этот вопрос можно решить в течение полугода. Пункт номер два. Мы говорим с вами про то, что нужно подготовить лабораторию, которая бы была и смогла бы проводить те испытания по тем стандартам, которые мы с вами примем. Вот тут уже чуть сложнее, потому что создание нотифицированной лаборатории, которую бы приняли европейцы, она требует определенных инвестиций. Но без этого шага движение дальше тоже невозможно. Ассоциация кабельщиков это сделала. У них есть лаборатория,
которая имеет статус нотифицированной, да, и они уже вот сейчас находятся фактически в шаге от подписания этого соглашения. Ну и третий, да, пункт – это активно работать с Министерством социальной политики, прошу прощения, с Министерством экономики, которое сейчас как раз и занимается вопросом промышленного безвиза для того, чтобы подтянуть нашу отрасль, чтобы мы были не предпоследние в списке, как строительная отрасль по подписанию этого соглашения, а хотя бы вот как кабельщики в первых рядах. Вот такой вот дорожный путь. Дякую, Михайло.